любимые Гринвагены, Головкино. Кто в воскресенье вместе со мной работает? Скажите, я надеюсь, не одна такая. Сейчас переодеваюсь и иду в кадр. Всем хорошего дня. Макс, передай Андрею, что мы готовы почитать гарнитуру Бузовой. Пускай послушает. Да, послушайте мою гарнитуру. Страна должна меня слышать. Посчитайте, пожалуйста. У нас закончился первый мотор. 5 минут прерыв. И снова в кадр. Вот такое клевое воскресенье. После 2 моторов, воскресный день, у которых у нормальных людей он на выходной, у меня он рабочий, не заканчивается. И я еду еще на одну съемку. Желательно удачи.